Добрый день! Сегодня у меня шестой день марафона для команды по Инстаграм, и я рассказывала, какой контент, какие посты лучше публиковать в выходные, что лучше заходит. Какие-то подборки для готовки, например, рецепты духов, то есть что-то такое легкое. И я очень рекомендую делать конкурсы и разыгрывать масла. Это дополнительная возможность познакомить людей с ароматерапией. Напоминаю, у вас есть возможность выиграть у меня вот такую вот ключницу с пробниками эфирных масел. Вот, и для этого нужно переходите по ссылке и узнаете, что нужно делать.